Четыре фигуранта дела, в том числе и Сергей Жубаркин, заключены под стражу до 24 ноября. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагается, что вместе они занимались хищением земель Ивановского района путем мошенничества. Адвокат Жубаркина Олег Бибик с такой постановкой обвинения в корне не согласен. Защита настаивает, что земли никто не похищал, да и мера пресечения в виде заключения под стражу жестковата. У Сергея Жубаркина проблемы с сердцем. Соответствующие справки суду предоставлялись. Однако содержание под стражей в связи с этим на другую меру не заменили. Поясним, если обвинение останется прежним, то фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Обвинение в хищении земли, которые реально не похищались. Можно вести речь о сдача в аренду земли, может быть, даже о сдаче земли в аренду с нарушением каких-то установленных правил, это бесспорно. Такое могло быть, но никак не хищение земли. Поэтому для того, чтобы строить защиту, нужно хотя бы все-таки получить разумное и законное обвинение.